Всем доброе утро. Всем доброе утро. Ну что, последний день мы привезли детей в садик, в школу. Завтра выходные, впереди выходные, два выходных. И с понедельника уже Даша пойдет в другую школу, а Аня пойдет... Аня никуда не пойдет, Аня пока дома, мы еще не нашли для нее садик. Мы еще в поисках, то что будет дома. Потому что мы реально устали, дети очень устали. Уже эта неделя прям как последняя капля. И вот так, следующая неделя будет полегче. Потому что, ну правда, работы много, и все время спать по 2-3 часа, это может привести к плохим последствиям. Так что последний день мы здесь, в этом районе. Ну, будем приезжать на стрижку, как я уже говорил в прошлом видео. Ну, в общем, вот так. Вот сейчас поедем домой, в спортзал, домой, второй завтрак. Ну и работы. Сейчас надо подтянуть хвосты перед выходными, все задачи поделать, которые нужно поделать, все обязательства сделать, то, что обещал, то, что планировал. Ну и впереди выходные, завтра еще поработать можно. До обед, как мы это всегда делаем. А потом полдня субботы и воскресенье — это наш день, наши дни семейные. Мы отдыхаем, ходим, гуляем. Вот так вот. Так что еще сегодня хотим поездить по магазинам. Ну, еще поснимаю. Возможно, что-то еще случится интересное. Возможно, какие-то мысли будут. Еще садик хотим посмотреть. Ну, в общем, день такой насыщенный тоже. В общем, все. Полетели мы. Едем мы сейчас по детей, последний день в этом районе. Заедем сейчас, заберем змейку вшивали, которую... А, сарафан. Сарафан, во, заберем сарафан. Подкупим еще на выходные продуктов немножко, курицы, овощей. Ну и все, то есть поедем домой. Впереди выходные. Друзья, сейчас вам покажу хохму. Стоит аппарат парковочный. Смотрите, крышка. В эту сторону открывается. И вот так вот его надо брать. Это конечно, трындец. И так берется. Ну, не всегда оно так берется, кстати. Оно просто не отрывается. Ну вот. Забрали мы сарафан Дашин. В общем, стоимость сарафана, мы сарафан купили за 89, а вшить змейку нам обошлось 42 злотых. 7 злотых змейка и 35 злотых вшить. Но как бы не дешево, удовольствие вам скажу. И довольно очень прибыльный вид на бизнес. То есть вот так вот вшивать, стирать, гладить. Не знаю, но как бы вшить детскую змейку 35 злотых, ну, вот такие цены, если что, имейте в виду. Заезжали только что в Ашан, заезжали по перчатке и по таблетке в аптеку. Ну, зашли в Ашан, в общем, увидели очень такую распродажу интересную на вес. То есть не секонд-хенд какой-то, а именно новые нормальные товары, но только на вес. И сковородки, печенье, конфеты, макароны, то есть очень-очень много всего. Полотенца, кухонные полотенца обалденные, там по рублю, скатерти классные, красивые, посуда люминарк, тоже можно было на вес ее купить. В общем, прикупили пару вещей, сейчас покажу. Купили вот такую скатерть, размером она у нас
138 на 220. И цена ее очень смешная, 5,54. Вес 396 грамм, 14 злотых килограмм. За пятерочку 5,54 купили. И купили вот такую бутылочку под масло с дозатором классную. Она стоит вообще 4,24. Тоже прикольно. Ну, в общем, нам так Ашан все больше и больше нравится. То есть у меня язык не поворачивается его назвать Ошоном, как его называют. Но для меня он Ашан. И при том, что этот Ашан значительно отличается от Ашана, который я видел в России. Который я видел в Москве. Потому что я в Москве жил и видел там Ашан. И, ну, это немножко разные Ашаны. Скорее всего, все зависит от страны, я так думаю. Ну, если я ошибаюсь, ну, поправьте меня, напишите в комментариях. В общем, вот так заехали. Довольно интересные товары, интересные скидки есть. Можно на все, можно экономить. И не обязательно там тратить на это огромные деньги. В общем, все, ребят, на сегодня все. Как всегда, ставьте лайк, если вам данное видео понравилось. Подписывайтесь на канал. Обязательно задавайте вопросы в комментариях, буду на них отвечать. Ну и все, ребят, всем хорошего вечера, всем пока-пока, всем до завтра.